Да, ложечка. В целом, вот я вам вчера сказал, что не разочарован игрой. Есть моменты, мы продвигаемся не то, что плохо, а то, что нужно будет лучше сделать. Ну, надо быть в квадратах. Смотрим. 4-4-2. Что вы сделали? Кто у вас будет объяснять? Крайний центральный становится крайним. Тогда у нас еще есть помощь одного, как из опорника получается. Если вы уйдете от мяча, здесь была огромная зона, и можно было получить мяч и дальше уже проводить атаку. Вы все хотите сделать одним пасом. Да, движем манекен друг за другом. Не так, чтобы я тебя не убил, то я вешу почти под 100 килограмм. И из-за него лучше спрячешься, но так контролируй, да. И я вот должна, я и на него провалиться сюда. Все ясно? Кто сыграл, пожалуйста, на ту половину уходит. И по кругу. Не уходим от столкновений, наоборот, вот грудью, телом полностью лечь на игрока. Давайте попробуем сначала без мяча, еще раз сделаем туда. Я встану. Вот палец и вот грудью, чтобы вот сюда. И вот сюда мне надо давить, чтобы я упал вообще. Хорошо? Да. С кулаками тихо. Смотрите, в чем смысл. На таких перехватах редко, когда мы вот туда вдаль летим. Тут цель. Вот вверх надо, чтобы мяч. Вы идете и вверх. И сверху начинаете его уже продавливать. Я бы сломала машину. Ну, конечно. Вы упираете колено, вы не бьете, вы не нарушаете правил никаких. Потому что вы овладели мячом и уже после этого начинаете их продавливать. Но при этом вы можете сохранить мяч. Вы всегда будете в безопасности. Ну, сейчас надо агрессия, наглость, жесткость. Что вы его погладили? Он враг. Готовы? Давай. Хорош. Еще вверх только прыгать. Ты разогналась, как ты тут. Грузовик, знаешь, едет, и вот он нас стоп нажимает и не может. Надо ему в 100 метров проехать сейчас. А вот ты вот раз и вверх. Пошли, разочку надо еще сделать. И раз, да, руки-то поднимай вверх. Поднимай вверх. Вверх, да, как будто. Продавливай, Варвар, продавливай. Я готов к этому. Ладно, еще раз. Еще смелее. Хорош, только вверх. Прыжочек вверх. Движение пошло, прыжок вверх. Да, вот похоже. Отлично.
Хорош. Поступим другим образом. Пошли, надо забрать. Хорош. Цель какая? Ну-ка, пошли ближе. Еще. Вот отсюда, чтобы продавить. То вы разгоняетесь и уже по инерции мимо. Просто проскакиваете мимо. Ну, как будто прозрачно. Раз, шаг, прыжок туда. Во, хорош, Вилли. Можно, входи в середину. Стоп, вернись обратно. Я сказал ближе подойти, что ты разогналась? Еще. У вас часто такие эпизоды, что у вас нету дистанции. Шаг. И вот продавливаете. Молодец, вон. Не надо его жалеть. Он для этого и куплен. Не со стороны. Прям в контакт. Входите в контакт. Здесь и концовку уже доводит спина. Вот на это сделайте акцент. Готов? На дальнюю. Да. Да. А так вот есть понятие. На носу. Вот мяч летит. И вот он передо мной. Максимальное мое поднимание. И он доводится уже отсюда. Насмотрелся на солнце. Обыграйся. Дадим. Дадим выше. Хорошо. Действие кулаков хорошее. А вот частота не самая лучшая. Вплоть до поди. Ой. Можно поймать. Да. Опять можно. Можешь еще? Да, хорошо, то же самое, да, получилось? Я туда хотел. Над плечом находишься. Да. Забери отсюда. Забери, да, это подарочек. Подарочек. Это такой для мини-вратаря. У тебя будет большой мяч, но у него маленький. Если отжать один маленький. Ну просто это, что это возить буду на. Не получилось. Не прокатывать, девочки. Не, у меня было их там несколько штук, но просто они как-то все-таки меньше, 8 осталось. Ну, кто-то отжимал, только тихо, да, походу. Да. Меньше 8 уже не очень. Да, не превращать ваш морал. Или песню. Песню можешь спеть? Ну, пожалуйста. Песню не знаю. Морал. А вот только танец? Я могу. Давай. Ой. Покажи всем. Морала. Я аморал. Нет, все вместе так, втроем. И. Все. Пока. Хватит там на камеру кривляться. Да это все, что я могу в этой жизни. Все, что я люблю. Хватит кривляться на камеру. Да я не могу это! Никого подождать не хотите? Нет! В смысле? Да в смысле? В смысле сразу? Да я не милашка! Хватит на камеру вон там выглядеть. Орал? А куда?